На имя Касым-Жомарта Токаева поступили поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня независимости Республики Казахстан. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей телеграмме подчеркнул, что отношения между государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество в различных направлениях, а также координация усилий в рамках Евразии. Интеграционных процессов. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь пожелал Казахстану процветания и могущества и обозначил, что готов приложить совместные усилия для укрепления взаимной поддержки и плодотворного продвижения совместной реализации проекта «Один пояс, один путь» на благо обеих стран. Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости. Цитирую. Ваше превосходительство. Искренне поздравляю вас по случаю национального праздника. Желаю народу Казахстана благополучия и процветания. Конец цитаты. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль-Нахаян в своем послании пишет. От всей души поздравляю вас и дружественный народ Казахстана с Днем независимости. Желаю вам, ваше превосходительство, крепкого здоровья, счастья и успехов, а вашему народу благосостояния и достатка. В телеграмме президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева говорится: «Мы искренне рады впечатляющим успехам братского Казахстана в общественно-политическом и социально-экономическом развитии, неуклонному росту авторитета страны на международной арене. Сегодня в узбекско-казахстанских отношениях благодаря совместным усилиям достигнут высокий уровень доверия и взаимопонимания». В поздравлении президента Республики Кыргызстан Сооронбая Жээнбекова сказано: «Выражаю полную уверенность в том, что отношения стратегического партнерства, дружбы, союзничества и добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан будут и далее укрепляться». Приветственные телеграммы в связи с Днем независимости также направили президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Азербайджана Ильхам Алиева, Украины Владимир Зеленский нас поздравил, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Италии Седжо Моттарелла, Польши Анджей Дуда, Республики Кореи Мун Дже Ин, император Японии Нарухито и Нарухито, король Иордании Абдалла II, а также всех стран